Всем привет, на связи команда «Скальпельмет». Когда студент только-только начинает приходить в операционную, ему доверяют делать 5 базовых вещей. Первая вещь – это срезать концы оставляемых нитей после завязанных узлов. Вторая вещь – это работа с аспиратором, чтобы убирать все жидкости, которые мешают для хорошей визуализации раны. Третья вещь – это стоять на крючках для того, чтобы расширять рану. Четвертая вещь – это завязывать узлы. И пятая вещь – это зашивать кожу. Именно четвертую и пятую вещь нужно тренировать дома для того, чтобы в операционной получать хороший результат.